bit of me, so to keep it. Hello, everyone. Today we have a special guest, Igor Karelsky. He is champion of the Europe in Blitz. Yes? Yes. Yes, of course. Among boys under 11. А кто это? Егор Карельский. Да, Егор Карельский. Ну, лично, что Егор Карельский. No. Да. He's a Stormbreaker Junior. У чего Junior? His nickname is Stormbreaker. Джирз, не забывайте, я Джирз. Тебе нравится твой никнейм? Do you like your nickname? So-so? Yes. No, so-so. It's so really. Really. Baddest. It's not bad, it's baddest. The baddest nickname? Yes. Something. Боже, я не знаю даже, что у меня не Крим Стормбрейкер. Стормбрейкер. А ты смотришь вообще канал? Смотрю. И подписан. Да, ты же там записан как Стормбрейкер. Ну-то меня ни разу не записали как громобоя. Все я везде Стормбрейкер. Так это и есть громобой. Нет, Стормбрейкер, штурмовик. Там несколько значений. Короче, понятно, мой ник объединили миллион смыслов слов. И теперь меня пытаются что-то, мне что-то пытаются сказать. Я все равно ничего не понимаю. Карбонара без звука. Сильно. Она карбонару попробует. Да-да-да, все правильно. Она карбонару. Такой прикольный фокус. Не знаю, просто мне почему-то нравится. А может быть он самый сильный? Ну, со-со. Сало-сало. Почему сало? Потому что со-со самое ближнее смысл слова под сало. Что с тобой делать, да, человек молодой человек. Конечно, Антаран сейчас отображается в наше время? Конечно. Это новый свет, желтый. Но новый свет тоже меняется, у нас получается и тоже свет. Логично. Мы сколько партий будем играть? Да, сколько? Пара часа. Час 15. Много. Я не знаю почему, но с кем, с тобой мне почему-то сложно играть в Лондон. Ты играешь в какую-то систему странную. Это обычно классическая система. Мне не нравится. Вот я не играл настоящий то, что я играл. Это так, я иногда бывает, когда мне лень что-то считать. Играю это. У меня еще есть второй рецепт на лондончик. Лондончик. Там привет из Бразилии передай. Егор был в Бразилии? Нет. А хочешь поехать? Нет. У меня на все ответ нет. Так категорично. Да, я просто очень злой пельмень. Варился. И чуть не переварился. Может, тебе новый никнейм так сделать? О, кстати, я давно об этом думал. А ты давно в Лондон уже играешь? Нет, ты недавно стала его посетить. Ну да. Ну, пока что сам не сильно. Я играл Лондон. Мне что-то не зашло. Не зашло. Потому что это ненормально, что у меня почему-то половине лондонцев. Люди, которые Лондон впервые в жизни видят, выносили за 50 ходов. Не надо. Это ужасно страшная, ужасная болезнь. Называется она тоже Лондон. Зло в образе человека. Зло в образе человека?
немножко противоречиво. У меня ферзь висит. А у меня же, а мне король висит. А так можно сказать, что мне король висит? Ну, король висит звучит странно. Король висит. Да. У тебя король висит. У меня не висит. У меня сидит. Так, в общем. Немножко не могу сыграть. Не можешь. Ну окей, пойдем-ка в окончание. Ну, у меня вот проблем. Согласен. А, секундочку. Ну ладно, даду еще один шаг. Мне время нужно. Нападать на меня стали. Не знаю. Очень думал сыграть ладья. Если бы сыграл в сарах ладья фанин, то у меня было бы проигранное окончание, потому что я сижу без пешки. Мат. Я понимаю, что... Так, нужно просто свет сменить. Ну да, просто... Доску перевернем. На. Я думаю, на фигуре тоже у меня микрофончик стоит. Кстати, Ром, я тебе обещал дунуть. И ноль. Ксюша, сама ты Бэйби Шрек. Отправляю. Тебе пошел Е4. Мы с тобой очень много раз играли. Отправляю. Ну что, у меня тут есть, скажем, свои варианты? Да, и пойдешь раз А6. Вообще, конь Е7. Ты играешь сон Д2. Вот это меня раздражает. Это идет тут Д4 ступать. Кстати, поправляю. Так. У меня тут очень интересная идея. А почему тут нет рокировки в длинную сторону? Если не делать длинную рокировку? Да, почему не будете в короткую, например? Попробую, я не исключаю данных возможностей. Так, ты сейчас хочешь пойти мне конь Б4? Ага, конь Б4, конечно. Но это прям сильно. Это слишком сильно. Чтобы поднять. Или чтобы понять. Да, какая понять. Да, большая так. Небольшая. А, ну вот о чем я говорю, ко мне будет привязываться. А я не хочу делать длинную сторону, потому что я понимаю, что меня будут мотовать пешками. Ну, у нас уже было с тобой пару партий. Одна выиграла, одна... Тогда мне еще не закончилась классика. Ну что, значит, как-то не очень играть мне нравится. Ну, только тебе сюда пошел вообще. Хочешь, поменяю все вообще. Вот зачем я с этой играл? Поправляю. Ты либо мат, либо проиграл. Либо мат, либо проиграл? Да. То есть оба варианта. Или последнюю партию, где на турнире с Тимуром.
Максимум занял первое, я второе. Меня какой-то чувак выкрикнул, мне в этом варианте вообще замочил без шансов. Я он где-то просто... Он просто где-то в середину какую-то там жертву нереально провел. Где-то мне сыграл как-то по коне 7, конь b5 и конь c3. И выиграл этим. Потому что просто не нашел защиты от этого камона. Я уже в последнее время писал просто удивляться, что меня выносят всякой фигней. Если бы на забег пошли g4, в блице выиграли. Так сильно. Не, как бы знаю, как ты играешь. Если я собираю вот так. Сейчас еще раз. Да вроде ладно. Надя же можешь через битое поле. Ну да. Когда первый раз как мы на Эльче сделали рокировку через битое поле ладьи, я такой не понял. Что за бред? Что это за бред? А сейчас такой да-да-да-да-да. Очень-очень сильно. Ксюша, пожалуйста, хватит меня называть Бэйби Шреком. Я не хочу быть Бэйби Шреком. Да ты и есть Бэйби Шрек. А ты пеня меня. Это моя сестра. Бэйби Шрек. Я не могу, да издеваются. Против меня проходят моральные атаки. Хотя бы где-то меня отскабит. Что я делаю, собственно? Хорошо, вопрос. Не понял. Окей, что у меня 6. Я тоже не понимаю. Понимать и не понимание — это две разные вещи. Как омлет и яичница. Я не понимаю, как мне это пробивать. Как мне это пробивать? Мне это пробивает. А я наоборот не понимаю, как мне это защищать. Мы с тобой разные люди. А мне кажется, по-моему, почему по какой линии мне нужно играть. Мне нужно играть. Так. Я понял, что ничего не понял. Жестко. Жестко, жестко. Я понял, сейчас меня будут пытаться прорвать как плотину. Сразу. Ёпска. А, у меня конь висит. Не, все равно абсолютно спокойно, так как сейчас ферзь h3. Не становится страшно. Не понимаю. Блин, у меня времени мало. Это бред. Какой-то бред. Не понимаю, что это за позиция у меня такая. Непонятная такая. Ой, что я сделала? А что? Что я сделала? Стелоход. Спасибо. Мне нравится, в какой редакции стелоход.
Я съела что-то. Сюфа, не мешай. Не мешай мешать. Мешанину. Не понимаю, как это пробивать. Так, ну эту партию хотя бы менее разыграла. Белыми. Честно, против меня играет мой уже. Я играю за белых. Нет. Вообще-то я играю. Могу сказать, только талон теперь играю. Знаешь, что ты со мной снял ответ, по-моему? Ксюша, я все вижу, что ты там делаешь. Я... Поправляю. Шифра. Как там сидит, как улыбается. Наверняка что-то там считает. Ксюша плохо на душе. Какой? 30, 80. Ой. Я не хочу тебя. Так, я не понял, зачем я пошел конь d7? Я хотел пойти конь c6. Но почему-то пошел конь d7. Да. А, может быть, не так плохо. У меня полагается определенная идея. Если мне память не изменяет, сыграть по правилам. Получить h6, дать мне форточку. Ну, и вернуться назад. Ну, сильно. Это такая... Тактика. Сомнительная форточка, я бы так выразилась. Форта для короля. Теперь ты ко мне туда слоном не залезешь. Идея называется «Пойти конем, не знаю куда». Согласен, сильная была идея. А если я начну? Ну, ты слишком сильно осуждала, что не могу. Осуждаю. Осуждаю. Кани хорошая фигура. Кани надо сохранять. Сейчас мне не я могу взять у тебя на b2. Я не знаю, хорошо это или плохо. А, у меня на h6 висит. Окей. Динозаврик. Что стало с динозавриком, который был до этого? Я не знаю, почему.
Ксюша называет его динозавриком. А так его в жизни зовут Сергей. На самом деле он сыграет огромную тайну. Он динозаврик. Сильный сделал, кот и вернулся. Мне нужен конь, мне нечего крутить. Это такой сомнительный ход. И это G4. Сомнительный ход. Так хочу нечти брать. А, F4. Или F3. Ну, все-таки F4 сильнее. А если конь G4, то... Почему мне это не считать? Ну там есть кое-что. Ну, конь G4. Ну что мне свежий. Там, ну там есть просто. А, секундочку. Я хотел значение F3 сыграть. Мне F3 больше нравится. Сильно больше. Ладно. Окей, ферзь D2. Понятно. Окей, теперь. Добрая, добрая. Я три. Теперь ладья. Я не знаю, зачем еще сделал ход ладья 8. А что с динозавриком поиграть в шахматы? Динозаврики. Так. Ладно, поехали. Не уверен. Это вот максимально не уверен в своем ходе. Теперь должно все срастись. Слон F6. Я не понимаю, почему у меня соперников такие вот всякие бредовые идеи срастаются? У меня ни разу.
больно в ноге. Мне нравится. Нет. Ты не можешь. Нет. Нет. Даже не интересно получается. Да не будем каждый раз руки поднимать, в принципе. Она поправляет, поправляю. И пойдем сюда. Поправляю. Не лень вспоминать. Я не понимаю, я как-то сегодня полностью сыграл. Вот, у меня получилось, блядь, все нормально при D4. Зачем я сыграл D4? Это бред. Сегодня сделал. Нужна разгрузка. Бред, делаю. Как защищаться? Как защищаться? Вспоминаем первую ситуацию, где у нас было то же самое. В этот раз защищалась. Теперь я защищаюсь. Я делаю бред, потом пытаемся что-то сделать. Спички нет одной.
Я просто ждал какой-то хлебушек. Хлебушек. Я включаю весь мозг. Мне последний шанс на ноги. Наверное, что у меня 300 на 300. Блин, ну все, а может у меня нормально, может у меня есть шансы на нищую. А у меня, кстати, было очень интересно, где слон Д8, солнце 7 с неизбежным атомом. Мне это не нравилось, я один куда-то ферзем. Нет, до этого, до слона. Успевала играть так. Слишком сильно. Так, все, включаем весь мозг. Поехали. Не, ну тут либо я что-то могу успевать что-то сделать, либо я просто меня загасит. У нас уже какая партия? Держаться. Цель в партии просто не проиграть. Видите, ничего не могу сделать. Он тупой. Отсюда никуда. Я пешка же еще висит. No, please. У меня есть шансы. Нет, у меня последний мой шанс просто на 10 минут. Просто вот все. А то мне кажется, нет разницы куда отходить. Не понял. Да ёлки палки. Поехал. Да почему, блин? Не знаю. Я не понимаю, вот я понял, как у соперников мы все так срастается идеально. Это называется какой-то фарт. Окей. Просто всю партию провести, а потом... Как-то нестабильно очень игра. Нет, если играть до конца. Потихонечку сейчас. Окей, всё, ещё. На меня пытаются сейчас заскамить на ход Е5. Чего резни знаешь? Ну, как бы слон F3, где я на слон Е7 пойти Е5. Если убил стоят играть Е5, то они просто выиграны по дебюту. А если нет, они сидят плохо. Я сам тоже не помню теорию. Гениально, я выиграю вариант, и не помню, у меня много теории. Что делать в этом варианте? Не,
Я не знаю, что я сейчас делаю. Я тоже учится. А мне кажется, это некорректно. Что уверен, 100%. Если это было бы в классе, я бы проиграл бы деньги здесь, в 15. Я в какой-то мальчик не мельчен. Вообще, в одну калитку здесь вынес, а в конце меня отпустил земным мат вынес. Мне как в следующем, мне пропитка часто еще 100 вынес без шансов, и земным мат вынес по последнему ряду. У меня там ферзь, ладья, слон, у меня там одна ладья с ферзем. Он вместо мата берет, забирает. Зачем ты моего ферзя зевать мат? Как такой-то просто бред, как хлебушек. Я видел, Лиза читала ферзь D2 там или ферзь D1. Фигеть, я не верю, что у меня тут позиция могут срослать. О, не может быть. Начинает возвращать долги. Особенно в шаг живом, в час файт найти в последний раз. Не гениально, просто выигранный в лед позиции. И он берется за ферзя. Все в три. Сильно. Я, кажется, понял. Я тут еще только удивляюсь, типа, что там сказали на стриме. Управляем. Ах, больно в Ферзь Д6. Отправляем. Если в каком классе? Yeah, what?
Не знаю. Мне без разницы. Нет. Лиза хочет отыграться. Ну, понятное дело, когда... На другой тактике поднял 500 пунктов блиц. Пули, точнее. Я же подключил с высоким рейтингом. Стой. Я пытаюсь забыть в моей же системе. Ладно, пойду классическую. А теперь пойдемте. А значит, и есть батри. Я вот сейчас просто понял, сознал. А вот зачем я сделал то, что я пошел? Я же играю, только я. Я же три играю. Я пошел туда, почему не знаю. Нет, батри я знаю, играл. Играл ранее. Сейчас я... А, теперь я держу. А моего отдай. Перс. А у нас пойди, мне пытаются обыграть. Да, и да, я не буду играть, если пойду в перси с следующим ходом. Я такие трюки иногда применял сам. А почему ферзь b6? Ферзь 7 был гораздо сильнее, мне кажется. Ну прости. Я не знаю, как реагировать. А вот диск, я не уверен. Ну, на того чела по типу нет, и там был бы ферзь F2, и я выиграл. Не, я думал, на коне 3 ладья, я не понял. С моих коней ловить не надо, конь это священная фигура. Нет, я думаю, ферзь E3. А, ферзь E3? Ну, для окончания очень неприятное. У меня просто план атаковать тебя на ферзевом фланге. А я знаю. А можешь рассказать? Понятно, мне не расскажут, какие планы у белых. Эх, как обидно. Никто не хочет мне помогать. Играть это вот не говорить. Это вот А, нет, конь c5, конечно. Я пытаюсь конь c5, это прям сильно, поэтому не. Я не понимаю, зачем я ладью туда поставил? Поставил ладью на ту линию, на которую хотел. Блин, сильно. Не понял. Не понимаю, я стал классическим шахматистом, мне почему-то умею играть в блиц. Сильно. Как же это выигрывать? Какой у меня вообще план? Нет плана, я не понимаю. Я делал какой-то бред под дебют полный. Если нормально, я не знаю даже самого обычного классического плана в нем. Так, у меня такая идея появилась. Не могу реализовать. Понять 4. 80. Окей. Чем правда? Офигеть, я хочу пойти b4. Я не хочу пойти b4 в партии.
Я не прошу, если ты скажешь 4. А я против. Ну хотя, учитывая с тем фактом, что это блиц, можно идти. Если бы это было бы классика, это была бы грубейшая ошибка, которую я никогда бы не сделал. А здесь можно, есть шансы на флажок. А, у меня меньше времени. Меня заскамили, честно. Справедливо! Сильно-сильно. Согласен. Оф. Сильно, блин. Ах, зачем я это сделал только что? Интересно. Я хочу пойти А3, но я не хочу пойти А3. У меня есть... Мне нужны камины. Страшно, глупо. Я себе делаю ход, я даже не знаю, я не понимаю, зачем я его сделал. Мне нужна форточка. Мне кажется, там где-то один. Так. Так, Лиза, как ты это будешь выигрывать? Я получил какой-то бред, который меня еще будут гасить без шансов. Без шансов. Без вариантов. И... Все, поехали шансы. У меня все больше. Окей, взял. Блин, если бы не А6. Ах, больно в ноге. Ладно, сдаюсь. Все. Так, что-то мне какая-то забилка не идет сегодня игра. Да, ну что-то. Я понимаю, мне кажется, за черных проще играть. А мне с тобой наоборот тоже еще раз проще играть. Потому что ты знаешь, что играет соперник, поэтому согласен, проще. Спасибо. Все время пошло. Потик-тикались. Даже скамить в каменной стенке. Что это такое? Управляю. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Не будем съем. Я буду играть то, что играл самый Садовский. И меня вынесли по дебюту. Садовский? Да, он международный мастер. 2400. Меня в этом варианте вынесли. Предхода помощь. Он где 4.
Смотри, мне кажется, набор смотри слабее, потому что у меня просто монолитный блок есть. И это не очень сильно. Ладно, нормально. Вот я ничего не буду делать с собой, я буду просто повторять, что то, что делался против меня он. Помнишь, что он делал в партии против меня? Так. Он пошел, по-моему, так. Я не помню, как он против меня играл. Я помню, как тот. Да, я помню, где но в таком же стиле меня вынесли. Блин. Достаточно, конечно, это полный бурет играть такой за черных. Я почему-то в нем, я как-то в нем смог проиграть. Окей, взял. Ну, окей, пойду Е6 просто. А, слона 3. Интересно, кстати, идея. Правда, мне она не нравится. Ну, логично, потому что играю против нее. Кажется, понял мой план. Так, я могу сейчас пойти в жесткий стык, а могу и не идти. Нет. Я могу пойти? Нет, я могу сейчас пойти просто по центру. Так, у меня огромное желание здесь зайти. Но я не могу просто ради для зрителей. Пойду по центру. Я не знаю, зачем я тут сюда пошел. Но я обычно буду просто сидеть в плохом окончании. А, у тебя пешка на Е3. Может быть, сегодня... А, у меня мой ферзь. Блин, ну, круто, проходил бы сюда. Нормально, сюда ферзь бд5, что там? Нет, там точно ничего нет. Кто-то пошел за что спиздить по маленькому. Блин. Мне кажется, я начал понимать, как это опровергается. Мне кажется, это опровергалось ходом c5. Проблема. Мне придется c5 категорически. Я категорически хотел. Так. Не, ну понимаешь, что мне окончание лучше, но сейчас слабой пешки. Но я не понимаю, что все надо делать. Окей. Они еще в обжорку вылезают. Я взял слон. Только факт того, что у меня еще слон и опять хороший. Блин! Ну мне просто реально интересно, что там будет. Сюда. Ну мне, в принципе, меня все устраивает при въезде. Да, меня. Категорически отказываюсь. Так, окей. Поставлю пешку на черное поле. Кстати, никогда не будет плохо. Это, кстати, уже можно менять все. Нет? Как это будет менять? У нас типа структура примерно одинаковая. У нас почти все пешки стоят на белых полях. А, у меня вообще все пешки стоят на белых полях. У меня почти H2 и E3. Вот это, наверное, самая сильная слабость в твоей позиции. Я понял, зачем я шел А6? Ну. Давай, Лиза, давай. Странно звучит от тебя, давай, Лиза, давай. У меня просто была идея пойти H5. Но я просто понимаю, что если я тут буду что-то менять, то у меня возможность будет, если я буду жать в обжорный ряд, то у меня просто будет шаг и слон F8, я проиграл. Ну окей. H5. Все равно действия, понятно. Я, честно говоря... Ничего не понимаю. Блин. А время тик-так. Так. Давай, не напрягай меня. Напрягай меня. Странно звучит. Не напрягай меня. Не нагнетай на меня. H4, спасибо. Поправляю. Москва.
Я вижу тебя насквозь. Я помню, с каким-то мультиком было. Я вижу тебя насквозь. Блин, у меня страшное желание сделать один очень важный ход. Но я просто понимаю, что он плохой. Странно звучит, я не хочу, потому что он плохой. Но окей, делай. Блин, я вижу идею, но не могу реализовать. Окей. А блин, вот и в этом моменте есть моя идея. Мне нужно как-то сделать так, чтобы мои ладьи... Окей, в пять. Меня пердил с камерой. Стата Карсона. Он обещал вернуться. У меня много времени. Нужно вот просто начать уже тактическую игру. У тебя мало времени. Ну, нужно начать тактическую игру. Железная рука. У меня много времени, все мало времени. Все, можно это закончить. Ну, просто факт того, что у тебя мало времени, ты не сдашься из-за этого. Понимаешь, поэтому мне надо как-то от игры выигрывать. На слон D4 пока. Какая жалость, я что, по F4? Да, я поняла. Ты сам знаешь, что это. Конечно. А еще знаю, что у меня очень мало времени. Повезло. Так. Теперь мне нужно найти правильный момент, когда надо меняться. Теперь сюда. Мне перец задрал, пытается у меня пацан от меня упасть. Нельзя меняться. Он чем моего короля выпустил? Окей. Я понял, начну. Я понял, где и в чем меня пытались поймать. Я не хочу ничего. Ганчу. Блин, я не смог пробить оборону. Ладно. Мне кажется, кстати, когда мы уже с тобой ванчик перешли, там. Там выигранный уверен был. Ничья. Так. А, блин, у меня цель за белых. Я не знаю, что я буду играть за белых. Нужно сказать, что это крепкое и надежное. Так. 4 каталон. Так, я понял, где я могу тебя обмануть. Так, окей. Так, мне понравилось играть в каракане. Поехали. 4. Каракан. Спасибо. Только можно со мной играть одно и то же. Окей, давайте еще раз на коне 7. У меня тут полностью... Окей, я тоже буду сразу. У меня? Все, мне дали уйти в короткую сторону. У меня достижение века, мне дали уйти в короткую сторону. В каракане. Да ладно. Еще громче. Окей. Ну я буду черными. Не умею играть с Немцовичем. Не, я знаю, что это такое. Я знаю, что это хрень. Хотя как с этим хрень? Она нормальная хрень Немцовича. Защита Немцовича? Ты говоришь, 4 коня в 6. Нет.
Ему сыграть Немцовича? Ах, понятно. Далеко не фейс. Да, я помню, что первый час в атаке пошел на D4 коне F6. И я что-то с большой скоростью пролетел. Блин, я даже не понял, как я первый раз Куруся выиграл. Крутер. Потому что я помню, что он играл очень сильно. Да, кстати. Круся, Артёк. Согласен, кстати. Мне... Ну, я, может быть, какой-то бред сделал, хотя... Блин, я не такой дебил. Хотя нет, в тесу еще наоборот. Блин, какой я дебил. И зачем я шел в карту в сторону? Я понял, на что у меня последняя надежда. А поменялся, если сыграть конь, не та сильная рокировка не судьба была, в кино окей. Нет, у меня тут есть свои идеи. А почему не конь H4, например? Да не хочу конь H4 играть. Какая жаль. Какая жаль? А зрители могут решать, что мы будем играть в партии? Просто... Ну мне не сказали. Я не хочу играть этого тупого Немцовича. Я... Хотя... Ладно, можно поправлять, можно сыграть Немцовича немца. Так немцам суть очень отрицательная. Меня еще заставляют с ними разговаривать. Играть их варианты. Фу. Фу. Хочу играть Немцовича. Все, хорошо. Вообще балдеж, вообще просто. Просто вот не может быть даже лучше, чем вот эта позиция. Вот я просто доволен, что я получил. Я рад, что получил это, а не... Ай, больно в ноге. А. Так. Я сейчас уверен в себе, что я сейчас просто тупую вилку зевну. Так. Собираем всю мощь в свою башку, которой ничего, к сожалению, нету. И считаем, чтобы не получить вилку. Немцович, какой же ты. Нехороший Немцович, ты очень человек. Нехороший. Поправляю. Не посчитала, ну ладно. Так, секундочку. А я не уверена, что мы можем так делать. Я тоже. Я тоже могу имитировать. Я тоже. Ем пельмени по утрам. Ну ем. У меня есть очень смешный вариант. Напомню, что Лиза хотела. Потому что то самое, что сыграть СД и на отход конем пойти конь G3. Это просто вот ровно то же самое. Не думаю, та же. А я также сыграю СД. Не СД, а Ай, больно в ноге мне. Меня заскамили. Очень большом. Окей, поехали. Просто для зрителей. Просто для зрителей. Не хочу. Знаешь, когда я делал вид, что зеваю ферзян, и жму, знаешь, еще на кнопочку на личесе? Вернуть ход назад. И соперник мне не возвращает и бьет это. А ты меня. Меня бьют со 100 рублей. Сбили в канале. Больно в ноге. Окей. Отправляем. Может, вот просто вопрос, нафига я сейчас-то пошел? Ай, какой я умный человек. Секундочку. Так. Увеличаем оптический прицел и... Буйна. А я вот и помню, у меня вот такая же партия очень похожа на эту была. Да, мне коми, помню, такую вот идею показывала, очень интересную, конь F5. Я тоже так соперник атаковал, и я, кстати, помню, партию-то и поднял.
Хотя партия по итогу чуть-чуть не проиграла, но чуть-чуть не хватило. Ну просто уронил пешку и поднял ее. Типа я взял. А вот сейчас вот мне почему-то. Жертвы. Не обязан. Жертвы точно говорите за цветочек. А я не хочу ваш есть ваш цветочек. Фу. Гадость ваши цветочки. А я секундочку. А. Нами. Я не понимаю, что это. Не, мне просто интересно. Нет, не пищу, я взял и пошел ладья же, но же 2. Но меня смущает. Под король Е8. Не понимаю. Не страшно. Нет, ход мне в лицо в любом случае пригодится, так. Нет, пипец, это будет ещё. Я понял правильную идею, теперь играем так. Король Е8 и целый держа 8 мат. Блин. Я не такой тупой. Да, я точно как в том варианте меняюсь. Играл ладья Ж6. Блин, не такой тупой. А может быть и тупой. Я не тупой, но может быть я тупой. Так. Не понимаю. Меня пытаться скамить 2 коня. И взял. Просто нафига я пожертвовал. Жертва может быть нормальная. Но реализация жертвы. И взял. Так, вроде бы я не проигрываю. Взял. Дал шах. Белганчу. Неужели ничья? Ладно. Ладно, ничья. Блин, мне не удалось пробить оборону. Блин, не могу никогда выиграть. Мне сложно, у нас, мне кажется, 2 уже ничьи подряд. Это не норма. Я близ редко делаю ничьи, особенно мне подряд. Немножко. Так. Я не понимаю, как это выиграть. Окей, поехали. Окей. Я готова. Вот что я играю каждый раз. У меня, кстати, с Тимуром очень хорошо срослось. В этом варианте я в себе уверен. Проверяю. Либо его я знаю. Помню, у меня была одна партия с Тимуром, где он в позиции пошел ферзь Б3 со мной. Б3 тут. Разве там можно было? Можно было. Надо вспомнить каким конем этим вроде бы. Так, плюс прискатал у меня с переменой цвета, как и без H3, правда. Видите, ты мне гордишь. Вауза! Да ладно, вот это поворот. Тут требуешь такой C4. У меня вот самое любимое, что у меня есть в жизни, вот у меня цель моей жизни — прыгать конями. Понимаешь, я больше ни о чем не думаю в жизни. Просто как бы мне поскорее бы прыгнуть куда-нибудь конем. Я просто реально обожаю прыгать конями в сопернику. Да, вот я помню, вот, если мы еще вот так где-то... Ты же не хочешь ничьи, да? Я не хочу ничьи. Да. Так. Спокойствие. Только спокойствие.
У меня много всего в моей душе сейчас происходит. Я буду. Я все равно знаю, что ты сама ничего не согласишься. На какой-то на два надо по-любому играть. Броки. Брок. Жесткий, жесткий. Если захочу, то я могу сыграть конь на 2, конь не 5, конь в 3, конь со 6, но я не хочу. Я не буду повторять. Не боишь? Судья, трехкратное повторение позиции. Ну ладно, играй по-другому. Белые повторили 3 раза ходы, я точно видел. Ладно, хорошо, в принципе, не просто ничего. Кенча. Все, так, я ничья. Нет, так, я понял, что надо делать за белых. Я сейчас просто хочу сыграть черными. А. Вот. Потому что мне черными лучше идет. Так, я начал уже понимать, куда мне надо, к чему мне надо стремиться. Крокан. Да. Вот что мне больше всего не понравилось, это сицилианка. Там я с мамой слезу первую партию. Окей, хорошо, так есть еще. Я все равно все свет победила, пешка цель всегда. Какая разница, уверен. Нет, это нормально, кстати. Я к этому отношусь очень положительно, потому что это французская. Ну, я тебе тоже тут свои варианты приведу. Так, надо вспомнить, что надо делать. Так, добро пожаловать. Добро пожаловать. Не помню, как это на этот фильм надо реагировать. Я, кажется, вспомнил план. Так. Это не Грюнфельд. Это не Грюнфельд, это фигню не. Я понял, что надо делать. Так, напомню, надо заскамить момента. Секундочку. Секундочку. Нет, это еще нормально, теория. Окей, окей, это теория. Я не знаю, что это теория. Окей, поменяемся. Это, в принципе, норм. Потому что ему все равно. Так, я нас помню, что надо делать дальше. Сейчас, секундочку. Да нет, секундочку, тогда поняла. А, я понял, что мне надо делать. Я понял. Я забыл вариант, но вспомнил. Я знаю мой план. У меня план сыграть конь c4, конь e3. Я же буду себе играть вот вокруг поля d5-то. Мне как-то время стало посильнее. Блин, а как в последнее время очень медленно стал играть. Окей. Ладно, надо все равно делать ход, который в будущем всегда будет полезен. Я не понимаю мой план. Я понял план на секунду. Я сейчас на прямой основе хотела сыграть Еф. А потом такой. Ой, блин, конь. Блин. Ты не понимаешь, что мне делать. А человек, который заблудился в своих мыслях. Я что-то красиво. И такой профилакс. Блин, я не понимаю, что мне делать. Я просто делаю хп. Кучу ходов, не знаю даже смысла. Так, понятно, если я не знаю, что мне делать, то буду просто сейчас сушить. И буду все менять. У меня есть будто таранить на ферзем фланге. Одна ходовая ловушка не сработала. Пока. Там я даже не видела, я автомат не просила. По слову автоматом я ожидал ферзем. Ферзем гораздо логичнее играть, окей, взял.
Окей, взял. Взял. Окей, взял. И сейчас. Сейчас. Ферзь А2. Окей, 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 окей. Ну, с моей стороны тоже. Мне интересно просто. Ферзь А2. Я буду суфлить. Ну, согласен. Хотя, взял. Окей, взял еще раз. Взял еще раз. Чем будешь бить? Ну, еще пять раз. Чем будешь бить? Бить я буду тебя. Жестоко. Жестоко. Меня. Что думать, я не понимаю. О, давай. Давай возьми королем. О, вы издеваетесь, у меня ладья упала. Мне сегодня фигурка, как будто бы с камер. Фигура, вы просто... Фигура меня заскамила. Help me, please. Help. Help me, please. А, на два висит. Блин. Ну да. Что там такое сидит, падла? Стах. Смазку сеточку достигла трубочкой. Я буду сушить направление. Давай, А4. Сильно. Но я не одобряю это. Я думаю, у меня 3 секунды. Не работает она на ходовой ловушке. Да я даже не понимаю, как в ловушке ты пытаешься сделать. Я сам не знаю. Чем более тогда? Я делаю ловушку, не знаю ее, не понимаю смысла. Примерно из роли мою собаку съела домашка. На 2 тебе. За что? За то, что плохо кормил собаку. Окей, блин, я хочу пойти слон С6. Ну, сходи. Не хочу. Не ходи. Логично. 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 Если я просто встану и буду стоять. Станешь, будешь стоять? Ну, буду стоять. Это чуть-чуть не входило в мои планы вообще. Ну, окей, вообще-то я буду просто ходить. Просто буду ходить. Типа уже 5 городишь. А я даже не видел, что грубо говоря 5. Ну, да, конечно. Не, я реально видел, что грубо уже 5. Так. У меня такая же была позиция с гроссмейстером, я проиграл за белых. Например, так же гасили. Ладно, попробуй. 54. Сила. Сила лоботов. Лоботы вперёд. Нет, что? Что-то не то сделал. Я уверен, что я что-то не то сделал. Я не понимаю, как это выиграть за черных. Я тоже. Ладно, не понимай. А я не понимаю, как что мне нужно делать за белых. Может, я тут какой-нибудь фонси. Мне пытаются сделать лицванги. И постою пока. И она не понимает, что мне делать. Где мой план? Во. Мне, видимо, кто-то мой план съел. План на партии. Что делать? Не понимаю, что мне делать. У меня еще времени меньше. Но не намного. Так. Я сейчас с тобой пойду один. Окей. Терять-то нечего. Согласен.
Не знаю, что я сейчас сделал. А, вроде бы не так уж и плохо. Блин, неплохо получилось. Ну, сейчас выходим. Так. Мне кажется, я сам уже начинаю немного поигрывать на победку. Окей. Дал шах. Что ты делаешь? Как ты сунешься? Что ты слушаешь? Еще меня в тот клан пытаешься загнать. Иринка, нехорошо ты поступаешь со старшими. Старших надо уважать. Тень Аскара. Что-то какая-то хрень получилась потом. Вроде бы не так уж и ужасно. Шах. Стив занят. Я понял, меня пытаются заскамить. Да никто еще не пытается. Я понял, в чем идея больше. Ай, больно в ноге. Эпично понимаешь. Да. Да. И как ты сразу это не заметил? Блин, я думал, ты не сразу так пойдешь. После пар повторений. Блин, меня сейчас забил, не дойдет. Так. Я не могу с тобой играть белыми, это бред. А я с тобой не могу играть белыми. Блин, я думал, забил 3 белые, это преимущество. Мне кажется, за черных... Никакое это не преимущество, это какое-то... Блин, почему за черных так просто играть? Ты просто ждешь, что делает соперник. Окей, поехали. Аладдин, ну... У меня лада просто улетела. А все, я хотел слышать, без ладьи играть. Вот это, да. Да. Я, конечно, все понимаю. Пускай. Ну, а, вообще чёрные выпускают первые часы. Логично. Ну что, голландка? Давай голландскую. Я, кстати, не знаю. А, блин, слон же на Б3. Ну, за чёрных не решил. Зачем пошёл конь F6 только что? Я не знаю. Так, наверное, против-то. Я задусь, поправляю, я задусь себя тем же вопросом. А что нужно делать против голландки? Боже, я не понимаю, что она сейчас ловит голландка. Вот эта вот фигня, которая мне пытается обыграть. Голландка. Фу. Я помню, больше никогда не пойду в Голландию. Вообще, абсолютно. Я просто вспоминаю здесь ситуацию, когда мне пытались обыграть в голландке. А я думала, голландская на моей стороне. Понятно. Мне еще есть, что я могу пробовать сыграть сильнее за белых первым ходом. Ну, я понимаю, что это будет некорректно. Меня будут пытаться мочить в нем. Я играю то, что даже не знаю название. Я знаю, что это шотландка, но я не знаю, что делать против шотландки. Идем в атаку. Одобряю. Идем в атаку. Кажется, у меня атака поважнее будет. Тебе кажется. Помнишь, у меня в Лондоне почти такое же получилось. Где? В Лондоне. В прошлом Лондоне, где я пошел за 6 с тобой. У меня вот. Вот у меня получилось почти то же самое, что и там. Окей.
Мне просто скамить ходом с вами 3. Что за бред? Сейчас с вами 3. Волос попал. Больно. Глазу. И смотри, 6. Ты самый умный, да? Да, нет. Блин. Чел, я не знаю, что мне надо здесь делать. Сейчас, стоп. Я, конечно, не практик. Ты взял. Взял. И что предмет заготовили в этот раз? Я понимаю, о чем Лиза думает, в каком направлении. Понимаю, что нечто связанное с Е4 думает. Она мне Е4 что-то не нравится. Хотя я не знаю. Наконец-то получать то, что я хочу. Я хочу, чтобы у белых было мало времени. А, так, вот так теперь меня. Что ж такое я сделала, что меня все пытаются обыграть. Окей, слон Е6. Мне, кстати, полтора за тебя Янкович не нравится. Флайер ган. Ладно, включили турбоускорение. Турбо. Короче, не турбоускорение, а просто турбик. Турбо. А если взял? А. Смешно. Смешно меня засканили. Точнее, не засканили, а пытаются. Ну, я понял, что ты хочешь сделать. Я ты категорически отрицаю. Бред. Ровно то же самое, что и хлебушек. Блин, у меня появилась очень интересная идея. Но она мне не нравится, но она мне нравится. Это противоречие. Ладно, поехали, слон А6. Слон А6. Ну, у меня тут тоже выборов нет. Нет, я просто не понимаю. Могу ли только вот ради для зрителей. Слон Е3 играю и беру. И вроде бы как-то, вроде бы нормально, вроде бы все срослось. Хотя ничего не срослось. Я не понимаю, я корректно сделал или нет. Вроде бы получилось нормально. Я, yeah. Конечно, не так, типа, но вроде бы нормально. Слишком страшно. Я не понимаю, это проходит или нет? Ну, давай. Окей, играем слон А6. Окей, играем. Окей, Е4. Лиза начала немного понимать, что... Понимает, в чем смысл этого хода. Ой, она туда нормально. Думала, Лиза хочет все зашить и все поменять. Нет, просто слон скрывается, мне больше не нравится. А мне нет. Окей, поехали. Не понимаю, что значит, что не понимаю. Мне моя позиция нравится. Не понимаю, нормальная, хорошая она или нет. Мне нравится, но я не знаю, плохая ли она или нет. Ну, даже по времени уже. И по времени мы начинаем сравниваться, а мне это уже не нравится. Я не понимаю, что мне делать. План. У меня планы в избытке. Не 5 минут пойти. У меня тут еще и пешечка висела. У меня, в смысле, совсем интересные девки играем. Так, пока. Не понимаю. Понимаю, это нормально или нет. Я
4 оценки, какие у ребят 3. Так. И закрылся. Блин, Оксиморф это не так уж плохой вариант получился. Пешку съели, мне кажется, важное. Давай D4 пока. Нужно делать форточку. Да побыстрее бы. Я понимаю мой план. Так, меня просто толкают. Быстрее. Толкали. Взял. Лиз, не надо ничего. Ну блин, ну Лиза. Ну ладно, что ж такое. Ну ладно. Ну. Ну ладно. А? А к нему-то добавлять? Ладно, королева с ним. Да, ну надо. Мне кажется, все-таки у меня проигран это уже. Я не знаю. Я сам не понимаю, кто от маза защищаться. У меня король в матовой сетке стоит, мне кажется. Лиза, просыпайся, мне просто пока по шахе подавать. Я не хочу ничего. Сколько можно шахов? Если так все время потратит. Да, блин, я не хочу ничего. У меня было лучше. Сейчас. Я не буду ничего, я хочу выбрать. Сейчас. Я тоже. Посмотрим. Окей. Нет, кажется, все равно ничего. Ладно. Категорически отказываюсь от ничьи. Мне нужно уйти от шахов, но я не понимаю, как. Очень. Очень интересная позиция. Проблема. У меня нет выбора. Проблема. Ну, ничего. Нет. Окей. Подожди секунду. Ну, давай. Ну, понимаешь, что во всех вариантах одно и то же получается. А если я вот думала так, так, так? У тебя выиграно. Почему у меня тут выбор? Ты просто бьешь. Окей. Ну, не верю, что здесь нет. Так, сюда. Кидал шах мне. Так прикол в том, что у тебя ферзь держит все, ну, поля слону. Окей. Я не верю, не, я не верю, что ты ничья. Мне кажется, тебя выиграл. Ну, шах дал. Ну, так. Ну, сюда дал. Ну, слышь. Ну, взял. Ну, так. У тебя пешка проходная. Как будто бы мне выгодно в такое идти. Даже сюда дойдешь. И то лучше. Получается, такие шахи, ты уже королем пойдешь сюда.
Да, и на сюда я пойду сюда. И прыгаю. Ну, нет, ну тогда как-то через F, там, через G. Блин. Какой счет?